связи с чем примите наши искренние слова признательности за активную гражданскую позицию, за оказанное содействие. Но помогают ли эти меры? Поэтому большое спасибо вам. Благодарственное письмо от министра Москвы. И большой подарок. Я думаю, он где-то пригодится. Здравствуйте. Спасибо большое. Тоже большое спасибо вам. Спасибо вам. Стоял у суши дракон рядом с машиной. Увидел, что у магазина разливных напитков Кега кричат люди. После увидел, что человек выходит с коробкой в маске в черной. И гремела мелочь. Я заподозрил, что это ограбление. Позвонил в полицию, сказал, в каком направлении он идет. Мы делаем вам вызов. Смотрите одну из самых рейтинговых программ о происшествиях в Татарстане на нашем сайте tnv.ru.